В воскресенье 24 апреля одесситы, живущие на водопроводной и прилегающих к ней улицах и переулках, а также автомобилисты, невольно примерили на себя роль пожарных. На ходу у трамвайного вагона загорелся аккумулятор. Очевидцы рассказывают, неравнодушные автомобилисты с помощью собственных огнетушителей ликвидировали возгорание до приезда пожарной машины. В это время водитель трамвая решила покинуть место ДТП, сцепив дымящий вагон к другому трамваю с людьми. Также женщина потребовала у окружающих прекратить съемку. Как говорит очевидец Юрий Головчук, цитата, «Пока ехала пожарная, водитель трамвая решила замести следы. Она кричала, чтобы никто не проводил съемку. Она еще еле дымящийся трамвай присоединила к другому, который был полон людей. И уже при пожарных с криком «Я не буду задерживать маршрут» скрылась». Конец цитаты. А вот в пресс-службе КП «Одессгорэлектротранс» заявляют, что этот инцидент нельзя назвать чрезвычайным происшествием. Аккумулятор трамвая периодически дымится из-за перегрева.